Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня 15 августа. Мой сериал продолжается «Беспредел в ВПК». Сегодня мне дали работу, один комплект, на 2 часа 20 минут. Вот теперь сижу без работы с 10:30. Сейчас расскажу, как 2 недели проходило у меня. Значит, 1 числа час не давали работу, потом дали один комплект. 5 числа тоже час не давали работу, потом дали комплект. 6, 7 вообще ничего не давали. 8 числа дали комплект и почти 5 часов сидела без работы после. 9 числа дали один комплект, потом сидела 4 часа 20 минут без работы. 13 числа дали 2 комплекта, после 2 часа без работы сидела. 14 числа дали комплект, 3 часа потом без работы, ничего не дают. И сегодня вообще дали один комплект, я его сделала за 2 часа 20 минут. А 5 часов 30 минут сидеть просто без работы, больше работу не дают. Кладовщица вышла, сказала, работу не давать, Александр Борисович запретил. И, в общем, за эти 2 недели зарплата получилась всего 11 865, а так за 20 с лишним тысяч. Так и 11 с лишним не даст. Дает мне 5 тысяч за 2 недели, которые у него официально проходят, чтобы налоги не платить. Хотя мы все тут работаем по сделке. Вот сейчас обед, все ушли мыться, я сижу здесь одна. Так что мобинг продолжается здесь. Буду дальше видео писать, что тут будет происходить. Работа моря на складе, но под запретом мне все давать. Так, ну все, до следующих видео. Пока.